Добрый день, меня зовут Ольга, я врач компании Альфа-СПА. Сейчас у нас процедура на израильском аппарате Виора. Процедура РФ-лифтинга, нижняя треть лица, мы будем корректировать овал лица, а потом попробуем новый протокол. Это еще пока секрет какой. Обязательно сначала нужно попробовать, как комфортно, некомфортно клиенту. Нужно работать на тех параметрах, которые клиент у нас комфортно переносит. Абсолютно добавить можно? Да, можно добавить. Комфортно. Абсолютно комфортно потому, что у нас электроды имеют контактное охлаждение. Поэтому эта процедура уникальна по сравнению со многими другими процедурами РФ-лифтинга. Клиент действительно не чувствует горячих электродов на лице, потому что они охлаждены. Он чувствует только накопление внутреннего тепла. Интересно, я на других аппаратах пробовала, прямо извивалась от боли. Да, здесь тут... абсолютно. Меня тоже удивило, когда я первый раз с этой процедурой встретилась. Ну, вот, я была знакома с разными РФ-лифтингами. Они работают в основном, кстати, по глицерину. А здесь, как вы видите, просто достаточно толстенький слой геля. Обычный гель УЗИ. Обычно первые две линейки мы так как бы намечаем, на каких параметрах будем работать. Как? Чуть теплее, но В порядке. Все комфортно. Заметьте, у нас уже достаточно хорошие джоули, и клиент все равно наш не извивается, правильно? Мы видим уже легкое такое покраснение. Это нормальная реакция хорошая. Значит, ткани начали работать. Клиенты абсолютно по-разному чувствительность проявляют вот, к воздействию. Вот у кого-то там сразу на третий проход, даже на более низких параметрах. У кого-то кожа, видите? А я скажу почему. Потому что у Натальи очень ухоженное лицо. Чем более у нас кожа увлажнена изнутри, тем более безболезненно проходит процедура. Поэтому я всегда говорю, готовьте лица к этим процедурам. У нас мишенью для воздействия РФ-технологий является вода. Чем больше воды в тканях, тем лучше проводится электрический ток, тем меньше электрическое сопротивление, тем более комфортно проходит процедура. У нас, видите, даже иголочки горячей нет. Я уже вижу клинически, что нам достаточно находиться на этой зоне, поэтому я поднялась выше. То есть никакого стресса ни у косметолога, ни у клиента. Я уже приготовилась извиваться. Мысленно уже были готовы ко всему. Красота вроде как требует жертвы, в данном случае абсолютно не требует. С каждым последующим проходом, да, немножко идет накопление. Вообще, что-то зона очень чувствительная. Но спокойно переносит. Вообще, абсолютно спокойно. Хорошее увлажнение кожи. Я даже не ожидала. Приятная процедура и эффективная. Очень эффективная, потому что это единственный в мире РФ, который может работать на контролируемых глубинах. И сразу на трех. Вот, например, мы сейчас работаем с шеей и с нижней третью лица. Поэтому у меня сейчас второй режим работы. Частота 1,75 мегагерц. А это значит, что мы находимся где-то на уровне сетчатого слоя дермы, то есть глубокие слои дермы. И я сейчас работаю на укрепление кожи. Если бы у меня кожа была очень плотная, толстая, мужская, например, да, то я бы, конечно, взяла Моут 1 и обязательно сделала пару проходов на самом глубоком режиме, это уже уровень подкожно-жировой клетчатки. Или же это глубокие слои дермы у очень толстой кожи. А здесь у нас кожа нежная, тоненькая, поэтому мы не будем использовать самый глубокий режим.